Привет! В этот прекрасный весенний день я нахожусь в Парке Победы в городе Минске. И здесь я не случайно. Уважаемые наши дорогие подписчики, у нас глобальная и очень классная аудитория. И в данной ситуации будет просто неправильно этим не воспользоваться. Дорогие наши конкуренты, ведь мы же авторазборки. Почему мы не можем устроить разборку какому-то вирусу? Наша организация недавно уже сделала первый шаг. Я думаю, вы тоже не остаетесь в стороне. Так вот, вместе мы можем запустить глобальную акцию хэштег «Разборка с вирусом». В каждом населенном пункте есть врачи, медсестры, водители скорой помощи, санитары и болеющие люди, которым нужна наша помощь. Людей, которым нужна наша помощь в разы меньше тех, кто может помочь. И чисто арифметически на раз мы можем решить эту задачу. Я уверен, что у каждого из вас, практически у каждого из вас, есть возможность перевести посильную сумму денег на благотворительные счета больниц и организаций. Если это не ваш вариант, привезите в больницы то, что им действительно нужно, предварительно это уточнив. Ставьте хэштег «Разборка с вирусом» везде, в постах, сторис, на фотографиях, делитесь вашими прекрасными поступками. Это не будет в данной ситуации хвастовство, это будет призыв к действию для ваших родных, близких и друзей. Хэштег «Разборка с вирусом». Прямо сейчас мы запускаем хэштег «Разборка с вирусом» по всему миру. Вместе мы обязательно победим. Ну что, полетели?